Звездам хоккея! Гип-гип! Отлично! Всем привет! Вы видите людей, которые здесь стоят на сцене, заслуженные мастера спорта, олимпийские призеры, чемпионы мира. Хотелось бы пожелать удачи, хорошего учебного года и спортивных достижений, чтобы вы росли как и профессионалы, и люди. Спасибо огромное. На самом деле, это большая честь для нас, вы здесь, перед вами, потому что вы наше будущее. И хотел пожелать всем удачи. Я надеюсь, что и уверен в том, что среди вас есть новые овечки, новые ковальчуки, новые дацуки, поэтому только вперед! Всех с праздником! В жизни будет много достижений, чему мы вас хотим подтолкнуть, пожелать вам, чтобы вы никогда не останавливались, верили в себя и слушали своих учителей, потому что от этого много зависит в вашей жизни. С праздником вас! Олег Валерьевич Знанок! Аплодисменты! Добрый вечер, добрый день, все. Когда вы вырастете таких же мастеров, когда вам будут завидовать весь мир, я думаю, что... Но к этому нужно приложить очень много усилий. У нас очень много хоккеистов, вы понимаете, что не все попадают в эту славную команду. А кто-то остается, кто-то из вас будет потом тренерами. Поэтому учеба должна быть у вас на первом месте. Ну и оставаться патриотами нашей страны. Спасибо. Я здесь уже не первый год. Это, наверное, по-моему, пятый или шестой раз, когда мы приходим на эту замечательную линейку. В этом году у вас появилась сцена. Поэтому организация растет, это приятно. Хочется вам пожелать самое главное успехов, самое главное, чтобы у вас на лице всегда была улыбка в этом году. В хоккее удачи и без травм. А девочкам поддерживать ребят, мамам тоже переживать. Спасибо большое. Всем удачи. Хотелось бы поздравить всех присутствующих с большим праздником 1 сентября и пожелать удачи в новом учебном году, верить в себя, верить в свою мечту и работать, и стараться и попытаться пробиться в сборную России. Это будет очень, очень почетно быть игроком сборной страны. И все в ваших руках. Удачи всем. Артемий Сергеевич! Отлично! Привет, ребята. На самом деле, ребята все сказали уже, так что я присоединяюсь к их словам. И на самом деле хотел бы пожелать от себя еще это работоспособности вам. Самое главное, без травм и здоровья. Очень почетно и очень приятно принимать участие в этом мероприятии сегодня с вами. И мы с Артемием сами недавно закончили школу. Поэтому хотелось бы пожелать вам наслаждаться моментом, потому что школа – это такая вещь, которую вы будете вспоминать на протяжении всей своей жизни, неважно в каком классе. Вот. И самое главное, слушайте своих учителей, они вам плохого не посоветуют и, возможно, очень помогут вам в жизни. Спасибо. Все знают, смело мы пойдем, Россию мы не подведем. Заменим славу Третьяка когда-нибудь, ну а пока...